Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас в обзоре Ролтон горячая порция с курицей Цезарь. Такой вот увидел в продаже хиротень, раньше не видел, если честно. Ну, там написано овощи, зелень, яичная лапша, значит. Короче, нихуя особенного, я так понимаю. Обычная запарка 3 минуты. Открывай. Что там у нас? Вот, ага, то есть сразу высыпанные все приправы, никаких пакетиков, ни столовых приборов, ни хера ничего. Просто, ну-ка, сейчас на запах. Пахнет обычной курицей. Все, заливаем. Ну, все, ждем 3 минуты, собственно, пока все добро запарится. То есть нихуя нового, блядь. Итак, ребятки, запарился наш Цезарь. Юлий Гай. Ой, размешиваем. Ну, пахнет. Курица. Хуй курица, блядь, с чем-то. Сейчас будем пробовать. А, так. Знаете, вот что, дорогие производители, блядь, вы когда перестанете наебывать людей, вот хуй его знает, что курицу вы купите, что Цезарь с курицей, отличий, да никаких нахрен, обычная куриная лапша, блядь, вы придумайте что-нибудь, я не знаю, да пиздец, блядь, ну сейчас доем, может быть, что-то там изменится, потом вам скажу, ну, на первый взгляд, обычная курица, сука. Пиздец. Итак, доел я этот Ролтон Цезарь. И знаете что? Ой, да. Все, что я могу сказать. Это обычный куриный Ролтон, блядь. Они знаете, что сделали? Просто увеличили количество куриной приправы. То есть она более концентрированная стала и все. А от этого получился не какой-то там супер вкус, а химарь просто. Ты вот ешь и чувствуется вот химия, как бы. То есть ничего прикольного нет. Обычный ролтон куриный намного приятнее заходит. Более такой мягкий вкус. А это, ребята, вы травите народ. Это не получилось у вас, короче, ни хрена. Короче, ставлю этому 2, потому что не рекомендую покупать. И, ну, зачем? Это просто невкусно. Все, ребята, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. До скорых встреч.